Реконструкция детской площадки «Кораблик» в микрорайоне АЗС в Петропавловске завершается. Накануне подрядчик закончил укладку резинового покрытия. Объект посетил глава Камчатского края Владимир Солодов. На площадке собрались дети и родители, не только живущие поблизости, но и из других районов города. Реконструкция «Кораблика» была проведена в рамках губернаторского проекта «Город для жизни». Площадку удалось отстоять и от строительства административного здания. Проект нового кораблика разработан с учетом мнения жителей. Он разделен на зоны, предназначенные для детей разного возраста. Здесь установлены спортивные сооружения, теннисный стол, столы для игры в шахматы, песочница, различные малые архитектурные формы.